Всем привет! Сегодня мы едем снимать нашу зарплату. А для чего я делаю это видео? Потому что не все люди верят, что в сетевой компании можно снимать деньги наличкой. Но в компании BOC это точно можно сделать. Каждый месяц мы имеем право поехать и забрать свои деньги. Поэтому я сегодня еду в банк. У нас на улице снежок, наконец-то, в Крыму это большая редкость зимой. Достаточно прохладненько. Вот, звонит у меня Вайбер. Поэтому сейчас я сажусь в машину и еду за деньгами и покажу, как мы снимаем, чтобы вы убедились, что это правда. Наши деньги, и это видео, я повторюсь еще раз, сняла для тех, кто не верит, что в сетевом маркетинге в нашей компании BOC можно каждый месяц получать свои деньги, и причем хорошие деньги, наличкой. Так вот, я вас приглашаю в свою команду, потому что в нашей команде есть все инструменты, чтобы заработать эти деньги уже как минимум через год. И, конечно же, мы дадим вам бесплатные инструменты, как этого добиться. Пока-пока! С вами была Елена Коваленко. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста. И там очень много обучающих видео, которые я даю в бесплатном доступе.